В совещании также приняли участие полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов и глава Краснодарского края. Как отметил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, обсуждение вопросов развития правосудия на таком уровне вносит значимый вклад в международный диалог. Совещание проводится с 2006 года и вносит значительный вклад в международный диалог, обеспечивает взаимопонимание по ключевым вопросам осуществления правосудия, проведения противодействия терроризму, экстремизму, борьбе с незаконным оборотом наркотиков, отмыванием денег и другими видами транснациональной преступности. Уверен, что работа столь представительного международного форума будет проходить в дружественной и деловой атмосфере, позволит выработать и подписать совместное заявление участников сегодняшнего совещания, которое позволит расширить сотрудничество между верховными судами нашим государством. Участников совещания председателей верховных судов стран ШОС поприветствовал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Руководитель региона пожелал делегатам плодотворной работы и результативных решений для совершенствования судебной системы. Для меня большая честь приветствовать вас в Краснодарском крае. Сочи стал одним из немногих российских городов, которому выпала честь принимать председателей верховных судов стран ШОС. Суды играют важную роль как в судьбе отдельного человека, так и всего региона. От судебных решений зависит в том числе и социальная стабильность и экономическая безопасность нашего края. В России много красивых городов, современных городов, но выбран Сочи. Он по-настоящему восхищает, особенно когда тебя встречает по-дружески, с традиционным размахом русского гостеприимства. Еще раз благодарю российских коллег и лично Вячеслава Михайловича за высокую организацию. От имени Верховного суда и судейского сообщества Кыргызской республики позвольте поприветствовать всех участников 14-го совещания председателей Верховных судов, государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и выразить глубокую признательность за высокую организацию данного мероприятия и теплый прием. Добавлю также, что судьи Краснодарского края каждый год рассматривают сотни тысяч дел, и нагрузка на них одна из самых высоких в нашей стране. Коллеги, сегодня вы будете принимать решения, обсуждать, которые помогут сохранению мира, стабильности, укреплению взаимного доверия и улучшению качества правосудия. Я хотел бы подчеркнуть, что сегодня, наверное, один из самых основных и важных запросов общества, запросов людей – это запрос на справедливость. И вот реализацию этого запроса они связывают, конечно, в первую очередь с судебной системой. Поэтому я уверен, что сегодня именно от вас зависит, насколько судебная система, в какой бы стране она ни была, была объективной, была справедливой. Взаимодействие руководителей высших судебных органов стран-членов Шанхайской организации сотрудничества позволяет вести постоянный диалог по широкому кругу вопросов, которые представляют взаимные интересы и способствуют сотрудничеству. Участники 14-го совещания уделили особое внимание борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также незаконной миграции.